Всем привет! И в этом видео я хочу рассказать о своем уходе за волосами. И давайте я сразу озвучу тип волос. У меня сухие волосы, они сухие от природы, у меня с детства очень сухие волосы. Они у меня достаточно длинные, чуть ниже лопаток, волнистые, тонкие и очень пушащиеся. И сейчас расскажу, как я за ними ухаживаю. Мою голову я примерно раз в 3-4 дня. И почему стоит вовсе не шампунь, а кондиционер? Потому что последнее время я начинаю мытьё волос именно с кондиционера. Я мочу волосы и на влажные волосы, отступив где-то, наверное, 10-15 сантиметров от корней. Я достаточно так хорошо и обильно наношу кондиционер для волос. Сейчас у меня очень густой кондиционер, который немного похож на маску. Pantene Pro-V, защита от потери волос. Ну, не знаю, от потери волос, мне кажется, он не защищает. Ну, а так вполне себе неплохой. Наношу кондиционер и как бы руками прочесываю волосы, ну, буквально 20-30 секунд. Потом я кондиционер смываю и сразу наношу шампунь. Шампунь у меня уже достаточно давно, линейка Fructis от Garnier, тройное восстановление, шампунь масло. Еще когда я его покупала, мне писали, что вроде бы он кому-то наоборот подсушивает волосы, мне он ничего не подсушивает, мягкий, хороший, для моих волос подошел. А волосы я обычно промываю два раза, ну не знаю, я так привыкла с детства. Первый раз наношу шампунь вот после кондиционера промываю, соответственно, потом наношу второй раз, опять промываю водой. И затем на влажные волосы обязательно наношу какую-то маску. Сейчас у меня вот такая маска, уже не очень много здесь осталось. Фитокосметик, свежая косметика. Неплохая маска, достаточно густая. Маску я наношу на всю длину, в общем-то, от корней до кончиков. Особое внимание уделяю кончикам волос. Маску распределяю по волосам, тоже немного прочесываю руками и оставляю, ну, конкретно эту маску производитель рекомендует оставить на 3-5 минут, я так и делаю. Оставила маску на 3-5 минут и смываю. Я знаю, что многие после маски, уж не знаю для чего, ну, знаю для чего, читала в интернете, используют опять кондиционер. Я так не делаю, я после мытья волос использую или маску, если у меня, ну, нет открытой маски, или мне не хочется ждать 3-5 минут, тогда я просто опять использую кондиционер, но только что-то одно. После того, как я волосы немного отжала полотенцем, я использую какой-то несмываемый уход. У меня сейчас два флакончика. Использую или то, или другое. Ну, знаете, по настроению, что хочется. У меня сейчас масло эликсир преображения. Опять же, линейка Fructis от Garnier. Масло я люблю, и сыворотки масляные я люблю. Вот лично мне они подходят. Это, кстати, именно для сухих волос, как нам пишет производитель. На влажные подсушенные полотенцем волосы, отступив, ну, наверное, 5-10 сантиметров от корней, я наношу или вот такое масло, вернее, я сначала наношу его на руки, делаю где-то 3 нажатия, растираю в руках и руками уже как бы опять прочесывая волосы, наношу. Или же я могу нанести вот такой уход от Glyscour несмываемый. Ну, конкретно этот называется зимнее восстановление. Ну, хотя он не зимний, по-моему, он на любое время года прекрасно подойдет. Могу распылить его вместо масла, сделать несколько нажатий, потом опять руками немного прочесать волосы. И что я делаю затем? Я вам это не буду советовать, но для моих волос подходит только такой способ. Вот такие влажные еще волосы я расчесываю расческой. У меня есть специальная расческа, ну, знаете, такая подделка под Tangle Teaser, которая подходит для расчесывания именно влажных волос. Если я не расчешу волосы в таком состоянии, а сделаю, как советуют очень многие блогеры, дам им подсохнуть и только потом буду расчесывать, я буду как
я не знаю, как нечто очень пушистое, как какой-нибудь одуванчик. В общем-то, пушистость будет торчать во все стороны. Если же я расчесываю волосы во влажном состоянии, потом я их могу высушить уже любым образом, феном или естественным образом. Они будут лежать достаточно гладко, красиво, и, в общем-то, меня все будет устраивать. До следующего мытья волос, если мне кажется, что как-то кончики суховаты или опять появляется вот эта моя любимая в кавычках пушистость, я могу на сухие волосы опять же нанести или масло, или несмываемый уход от глискур. Как я наношу в течение недели на сухие волосы? Я наношу от середины до кончиков, то есть, ну, как бы наполовину длины. Надеюсь, понятно объяснила, от середины до кончиков. Тогда масло я уже делаю буквально 1-2 нажатия и наношу руками, аккуратно распределяю, прочесываю волосы. Или же, если не хочется наносить масло, ну, соответственно, несколько раз распыляю глискур. Все, вот такой у меня простейший уход. Никаких укладочных средств, ни лаков, ни муссов у меня нет, я не использую. Ну, мне, честно говоря, кажется, для длинных волос они не нужны. Уход достаточно простой, но меня все устраивает. Краски не принесла вам показать. Краски я использую, но использую только щадящие, поскольку я крашусь в оттенок, очень близкий к моему собственному тону, я могу использовать безаммиачные краски. Они, как говорится, берут мои волосы, поэтому, в общем-то, краска мои волосы не портит. Ну что, рассказала вам про свой уход для волос. Интересно будет почитать ваши комментарии и с вами пообщаться. Спасибо, что посмотрели мое видео. Всем пока!